смотрят всегда? На меня почему? На кого вы должны смотреть? На дирижера. На дирижера. Они знают, что когда они поют хора, то они смотрят всегда внимательно на дирижера. И это не просто надо, когда-то надо остановиться, когда-то надо петь вместе, быстрее, медленнее. А сейчас они вам поют разбухов, про смелость, веселую немецкую детскую песенку. Дети ведь не только у нас в России поют, правда? Есть еще разные много стран, в которых они поют. И вот они сейчас поют немецкую песенку, которая называется «Семеро жуков».